Юрию Гнедышеву предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Как сегодня сообщил региональный следком, свою вину экс-замминистра образования признал. Сейчас Гнедышев под домашним арестом. Напомню, уголовное дело возбуждено из-за интимной переписки с двумя школьницами. По версии следствия, обвиняемый в декабре прошлого года общался с девочками в возрасте 12 и 14 лет в соцсети. Одной из них отправил ссылку на видеозапись, где запечатлены действия сексуального характера. Назначены экспертизы, продолжается сбор доказательственной базы.